В жизни всегда есть место подвигу, ну а героем его может стать каждый, вне зависимости от возраста. Что и доказал 6-летний Магомед Султанбеков. Так, первоклассник Чанкурбенской средней школы Буйнакского района спас 3-летнего мальчика. Все подробности расскажет Патимат Ханапова. Магомеду скоро исполнится 7, но он уже рассуждает как взрослый. Урок мужества он освоил намного раньше своих сверстников. Первоклассник совершил то, что принято называть настоящим поступком. Спас от, казалось бы, неминуемой смерти своего 3-летнего двоюродного брата. У родника здесь игрались они. Там их 5-6. Там решетка на высоте. С решетки вот этот мальчик, поднявшись 3-х. Годовалый мальчик падает туда. Там большая корыта с водой. Он ударился головой на корыту, и без сознания он, короче, в воду падает. Те дети разбежались, плакали, дети разбежались. Он нас, видимо, хотел мальчик. Он никуда не пошел, он туда побежал. Спасти этого мальчика, Магомед пошел, поднял его, вытащил туда. Собрав все свои силы, Магомед вытащил малыша и начал приводить его в чувство. На вопрос, почему он решил спасать сам, а не позвал кого-нибудь из взрослых, первоклассник отвечает, что знал, если сразу не помочь, то брат его задохнется и будет уже поздно. Испугался? Нет. Нет, не испугался. Но он как герой скромный, молчаливый. Плавать умеет? Нет, не умеет. И он просто прыгнул в эту речку. Да, с рукой вытащил. Магомед Султанбеков является не только хорошим сыном и отважным мальчиком, но и успевающим учеником. Проявляет любезность и мечтает стать водителем-дальнобойщиком, как его отец. Очень добрый мальчик, ласковый, воспитанный, адекватно реагирует на замечания учителя. Также на уроках тоже активно участвует, быстрым темпом делает все. Ну а самое главное, с мальчиком все хорошо. Маленького Салмана уже выписали из больницы. А в завершении этой трогательной истории нельзя не подчеркнуть, что этот поступок 7-летнего мальчика стал примером не только для его сверстников, но и для взрослых. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Буйнакский район.